Шикарный гарнитур создает атмосферу эпохи классицизма в одном из залов Ульяновского областного художественного музея. Когда-то эта мебель принадлежала известной симбирской помещице, британской подданной, последней из рода Кендяковых, Екатерине Максимилиановне Перси Френч. В гарнитуре два совершенно идентичных полушкафа, выполненных в стиле буль. В 17 веке Шарль Буль был лучшим мастером-чернодеревщиком не только Парижа, но и всей Европы. За его изделиями занимали очередь короли. Главным нововведением Буля было использование помимо дерева дополнительных материалов – цветных металлов, полудрагоценных камней, перламутра, слоновой кости, черепашечьего панциря. Особое внимание уделялось отделке в технике маркетрии. Это вид инкрустации, когда картина выкладывается из тончайших пластин дерева. Рисунок приобретает вид арабесок – мелкого узора, который напоминает кружево за счет нанесения золотых и серебряных проволочек. Мебель в стиле буль изготавливалась и хорошо продавалась и в 19 веке, но уже вместо черного дерева применялась крашеная береза, дуб или сосна. Вместо черепахи активно использовали целлулоид. При этом сохранялся дух роскоши. Как раз такие полушкафы второй половины 19 века украшают зал музея.